Я так и думал, друзья, что он однажды появится, калаш, но мне на него не хватает. Ну а по идее я ж могу потом этот уровень буду пройти, если мне не будет хватать. И сейчас будет прикольно. Опа. Мне все равно не хватает. Да калаш. Дайте мне калаш. Я хочу калаш. Стоп, а я потом выпрыгну туда? Серьезно? А потом-то я не смогу. Ёп! Пиздец. Хорошо, что я туда не упал. Блин, зачем я спрыгнул сюда? Делаем вот так. Блять. Эти пещеры тут хрен... Нет, не сюда. Я понял, мне ачивку дали. Хорошо. Просто как терминатор ходим, всех убиваем. Как туда пройти? Нормально, мне это уже нравится, гранатометом бегать. Серьезно? Капец, что происходит? Нормально. Туда, я так понимаю, мне не надо. Все, let's go, let's go, let's go. Ну да. А тут никого не было, да? Найс. Три монеты, серьезно. Сейчас тут будут. Ой, хорошо. Да, действительно. Не, ну.
Отлично. Так, того, кстати, 500 голды уже можно калашик покупать. Так, ну чё, давай туда закинем. Ну, в принципе, да. Хорошо. Ой, сколько там чуваков. Держите. Нихера, оно отлетело. Не, вот это мне уже нравится. Такие дела уже нравятся. Так, тут еще один есть. Тут еще, ну, патроны мне вроде сыпят с них. Не обязательно, вот. Так. No. Тихо. Блин, я думал, там сейчас опять. Пойду. Так, все, собрал. Железный человек, устранил 200 роботов. Я 200 роботов убил? Серьезно? Понял, там, похоже, никого не было. Нет. Ладно. Секретов один из трех. Мешки не собрал. Я так и не понял, как мешки собрать, ладно. Голову зомби не собрал. Погнали дальше. Я реально не пойму, как эти мешки собирать. Друзья. Кто это был, кто кидается? Получается, я как понял, роботы и зомби, они тут против меня все, но они с друг другом еще сражаются. Для дробовика. Так у меня уже дробовика давно нет. Ой. Джинджи. Ну да. Все, в задницу этот дробовик на гранатомет на ближних расстояниях. Так, калаша тут не было. Господи, что за игра, я не понимаю. Что за ёбнутая физика стрельбы? Это реально пиздец.